Друзья, всем привет! Продолжаю запасаться полезными самоделками для своей мастерской. И сегодня мы перепрофилируем вот это вот старое убитое сверло, а точнее бур от перфоратора. И попробуем сделать из него что-то стоящее. Я знаю, кто-то обязательно в комментах напишет, вот зачем портишь инструмент. Но еще раз повторюсь, бур старый, ненужный. Попробую, может быть, что-то из него лучшее получится. Потому что пользоваться я им уже не буду, это точно. Самоделка состоит из двух основных частей. Первое, это я уже называл бур от перфоратора. В моем случае это на 12 мм бур. А вторая часть, это брусок 50 на 50 мм. Из этого бруска нам нужно сделать изделие цилиндрической формы. Но трудность в том, что у меня нет токарного станка, и я буду импровизировать на том инструменте, который у меня есть. Вообще нам нужна заготовка длиной 10 сантиметров, поэтому разметим и отпилим лишнее на циркулярке. Далее нанесем разметку на заготовке. И сверлим отверстие ровно по центру. А потом стамеской за кадром я немного убрал углы у бруска. Предлагаю дальше посмотреть, как же я буду справляться с поставленной задачей. И желаю вам приятного просмотра.
Посмотрите, какое шило у меня получилось. Сделал ручку из бруска таким нестандартным способом. Заточил сверло, отрезав лишнее, и использовал хромированный сантехнический удлинитель как кольцо на ручке. Выглядит красиво и сидит очень плотно. Это мой первый опыт в изготовлении подобного изделия. Надеюсь, вы оцените, но мне лично самому понравился как процесс изготовления, так и результат. Что скажете? На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и пишите комменты. Все читаю и всем отвечаю. Желаю вам хорошего настроения, спасибо за внимание и всем пока!